Привет, ребята! Мы с вами попали сегодня в гости к кролику Питеру. И он не умеет делать зарядку для язычка. Но у него есть много игрушек, благодаря которым мы сейчас с вами его научим. Неси, кролик, нам свою игрушку. А ну показывай. Это же лопатка. Давайте научим делать кролика лопатку. Отлично, супер. Так, кролик, неси нам следующую игрушку. Что у тебя здесь есть еще? Это же лошадка. Так, научился? Давай неси следующую игрушечку. Сейчас детки тебе помогут. Так, а это же кораблик с парусом. Давайте сделаем красивый парусник. Отлично. Так, что там у тебя еще, кролик, осталось? Показывай. Это же забор. Покажем красивый забор из зубов. Отлично. Так, ну и последняя игрушка. Ой, какая красивая. Это же букашка-таракашка. Будем вместе с ней летать вверх и вниз. Вы молодцы. Спасибо, что научили кролика.